Всем привет, вы на канале Злата ТВ, с вами ваш тренер Зубенков Андрей, и это очередная рубрика «Футбольные новости от тренера». Ну что, поехали. Стало известно, насколько увеличатся доходы клубов РПЛ в сезоне 2022-2023. Итак, узнаем же. Все отчисления в российской премьер-лиге в пользу российских клубов увеличатся на 344%. Ничего себе. Другими словами, это 6,9 миллиардов рублей. Обратите внимание на это вот... Сложилось такое впечатление, что вся касса прошла мимо этой птицы. Кстати, это был африканский марабу. Ты представляешь, 6,9 миллиардов рублей. Сложно с этим не согласиться. Так, куда мне тут дальше? А общая сумма отчислений составит 9,52 миллиардов рублей. Тогда как она в прошлом году была больше 2 миллиардов рублей. Кажется, она меня заметила. Ага, что делаете? Сумма складывается из соглашений с тремя ключевыми партнерами. Газпром Медиа Холдинг. НПЦ Мир. И букмекерская компания Вайн Лайн. Плывем дальше. А я напомню, лидером нынешнего чемпионата России является, кто бы сомневался, питерский «Зенит». После 6 матчей они набрали 14 очков. В тройку лидеров также входят две московские команды «Спартак» и «ЦСКА», на их счету по 13 очков. Но не забываем, что действующим чемпионом является как раз таки «Зенит». Лично мое мнение, он и также будет опять чемпионом. Жарко, надо отдохнуть. Так как я в зоопарке, поэтому нужно теперь спросить мнение о доходах отчисления российских клубов от российской премьер-лиги. Лёва. Эй, принцесса, можно задать вопрос? О доходах, что думаешь? Так. Киса! Кисуля! Кисуля! Лепота! Вы видали, как раздевал народ? Пару слов о доходах. Подустал. Один открывает рот, другой спит. Все как у этих. Какие-то все молчаливые. Розовый фламинго. А я напомню, что вопрос звучит так. Что вы думаете по поводу того, что отчисления от российской премьер-лиги в команды увеличились на 6,9 миллиардов рублей? И если вы думаете, этот вопрос задаю только животным, то нет. Чего молчишь? А что, я должен что-ли говорить, а? Андрей. Андрей. Если кто не узнал, то это верблюд. Да, не понял. Видите? Вон, я вижу, ты маленький. Бурый медведь. А Марьяна бурый медведь. Кабанчик. Лось? Стоять! Стой! Казал, стой! А вы знаете, что кормление животных строго запрещено? Ну да, мы сегодня есть хотят. Мама! Смотри туда! Ого, здесь что, намечается футбольный матч? Ты козел или баран? Молчит. Да стоп, удоб, козел! Сейчас бы с девчонкой симпатичной познакомиться. Красавица, познакомиться можно с тобой? Андрей, а тебя козел? В общем, какие бы у клубов РПЛ не были бы доходы, главное, чтобы был хороший чемпионат и зрелищный, который мы так сильно любим. Всем пока, меня на этом.